Так, дорогие мои, сегодня опять будем магичить на деньги. Мы сегодня будем накапливать энергию и отправлять запрос во Вселенную. Самое главное, чтобы вы верили в ту сумму, которую вы хотите получить. Пусть это будет небольшая, потому что такие короткие денежные практики, они работают на небольшие суммы и на те, в которые вы верите. Важно, чтобы вы верили, что эту сумму вы готовы получить. Если эта сумма 100 рублей, значит, пусть это будет 100 рублей. Если эта сумма 1000 или 500 рублей, если это сумма 2000, и вы знаете, что вот вы можете получить, не задумываясь откуда, да, если вы в это верите, то эта практика для вас, и значит, мы начинаем. Все очень просто. Самое главное, это у нас хорошее настроение, вера и позитив. Понадобятся наши замечательные ручки. Мы трогаем, а другими словами нажимаем, активизируем, начиная с мизинца, левой руки, кстати, левой руки. А видео, возможно, зеркалит. А вот с мизинца левой руки 7 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нажимаем на подушечку. Дальше следующий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да? И все это с мыслями о той сумме, которую вы загадали. Проработали пальчики. Далее также с мизинчика начинаем правую руку прорабатывать. Далее опять сосредоточились на своем желании и начинаем. Зарядили ручки. У меня уже прям горят даже прямо сейчас. Мы ручки зарядили и начинаем их соединять. Мы их соединяем сначала вот так. Потом опять-таки с мизинцев. Все пальчики, и вот делаем такое намасте, да, давайте это назовем. Немножечко можно сделать их вот так, здесь у нас будет копиться энергия, и мы думаем о той сумме, которую прямо уже горячо становится у меня в руках, и у вас тоже должно быть так. Это нормально, это хорошо, это значит процесс идет. То есть мы думаем об этой сумме, которую мы хотим получить в самое ближайшее время. Как правило, может даже в этот же день эта сумма прийти, может прийти на следующий день, максимум через 2 дня. Итак, сосредоточились, вы можете подольше посидеть, ощутить это тепло, а потом мы эти руки раскрываем навстречу Вселенной и говорим: с благодарностью от Вселенной принимаю сумму в размере, называйте, допустим, 2000 рублей, это будет так, и все, и забываем. Забываем этот ритуал, не думаем, откуда к нам придут деньги, когда они придут, каким образом. Поверьте, у Вселенной огромное количество способов исполнить наше желание, нам же во благо. Главное, чтобы мы в это верили. Понимаете? Можете начать с маленькой суммы. И прийти это благо может в любом варианте. Может, вы найдете денежку где-то. Может, вам кто-то случайно переведет. Может, подвернется какая-то подработка. Может быть, вы станете участником какого-то, я не знаю, розыгрыша или еще что-то. Реагируем на все, считываем знаки Вселенной. Всех обнимаю.